Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с модом Beta Balanced Game. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не с самого начала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому ролику, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Караван разграбил, зашибись. Боже, как я тут затупил-то? Не пойду, он захватит этого рабочего, если я сюда подойду. Стою на месте. Гавань Шинья не строит. Так, он там нас камутузит, этот город. Не хочу пока атаковать. Китаец, ты хочешь сказать, что ты по этой кишке пришел, что ли? Да. Газгаргаму на море стоит или на озере? На море. Блин, не успею, 3 хода, не получу очки за гавань. Блин, я не могу убить этого. Ладно, встану тут. Блин, вот это я очень тупо сделал, что этот... политическую философию скажи, что туда у меня... вообще практически полностью убитый копейщик, да? Прорвался и гадит. Ну давай ты захватишь этот лагерь. Ну и мне не хватает 2 хода и не хватает 4 очка. Не. К сожалению, в нормальный век выхожу. Какое-нибудь чудо бы, конечно, открыть, но что-то очень вряд ли. А, кстати, пускай захватят мне поселенцы, я отобью его следующим ходом. Привет. Привет. Какой-то один из юнитов захватит поселенца, я его убью. Отлично. Сейчас прокачаем лучников, получается. А вот как еще одно очко. Ну блин, но мне негде. В золотой век. Может какое-нибудь чудо? Давайте чудо какое-нибудь откроется, пожалуйста. Нет. Может, тут? Чувака, блин, мне не хватает 2 очков, да? Я думаю, это ты нам должен открыть этот секрет, насколько далеко взрывается пукан. Вот сейчас бы получил 1 очко за выход в античность, не хватило 1 хода, видите? Да, все.
Сейчас получу очки за гавань тоже с хорошим бонусом. Одного хода буквально не хватает там и там. Из-за принятия политики. Еще раз. Можно узнать, откуда столько культуры? Да, у меня всего лишь на одну культуру больше, чем у вас. Ну, у тебя 20, у нас по 10. Где у меня 20 культуры? Он по Канаду спрашивал. Канада? А, Канада. Угу. Всего-навсего на культуру взят помогши. Стоимости покупки производства. Там 10 жителей. Ну придется, видите, я не смогу теперь поселенцев за веру покупать. Придется так. И возьмем. Там, скорее всего, Мокша сидит. Плюс 5. А, нет, сюда. И наверняка зарашил артемитками на он. Сюда поставлю город. Так, блин, теперь этот меня терроризирует. Надо его с ним от него избавляться, потому что меня надо сюда город будет вести. Ну, с Китаем придется воевать, похоже, на моем уникальном. На Джонке. Мне надо поэтому максимизировать культуру и веру. Компонги сейчас будут. Давайте-ка попробуем компонги строить. Она думает, где в Маджапахите ставить священное место. Может, здесь? Штука плюс один. Странно, вроде за побережье ждается у Индонезии. Блин, странно, подождите. Индонезия. Клетки, побережья и озер дают небольшой бонус за соседство священному месту. Небольшой, типа 0,5 имеется в виду, да? Тогда мало, конечно. Я бы сюда поставил. Тут кампус был бы, а тут священное место. Мапуче у нас тут есть, но тут Мапуче изменен, то есть там не так теперь
Круто. Добрый день. Здорово. Блин, тут, видимо, пропылесосил все уже мапуче на руинке. Еще одну строителя, потом гавань. Ну, Кахокия заберет этот лагерь, тут можно даже не стоять больше. К сожалению. Мне бы культурки побольше. Ну, мне надо выйти в моих... Мне в наемнике надо выйти за счет культуры как раз. Так, у меня два каравана надо купить. Тут я куплю, а тут построю. Так, давайте торговца, поселенца, строителя. Забавно, Караген. Тут на тебя копейщики в отношении твоих кращиков. Я завоевал лагерь. Блин. Я так вот теперь спамить не буду. Плохо так. Блин, вот этого скаута бы поймать. В Наску бы... Ну, мне нету смысла ее сейчас союзить. Мне на самом деле лучше бы в Кахокию отправлять. Торговый караван Кахокия хочет. Блин, вот, кстати, надо из Маджапахита отправить в Кахокию торговый караван. Курганы Кахокии — крутая штука. Да, отправлю караван из Маджапахита туда. Как раз он через Сурабаю будет проходить. И отправлю туда одного... с этого посла. Ну и тупо купим религию на наши уникальные юниты. Вот, смотри, есть даже какая-то... Есть еще какие-то эти... Так, ну мне бы тут хоть какую шахту, потому что нету производства в Тернате. А потом компонки буду строить. Так, это в Маджапахит я хочу. Да, блин. Сейчас он еще так вот убежит и тут еще тусить будет. Ой, блин, пойду вверх лучше. Короче, в наемников как лучше идти? Военная традиция, строительство, военный лагерь. Ничего не могу ускорить. Письменность, обработку бронзы, колесо, деньги. Ну, мапуче забрал таки эту.
Кафоки отправляем и становимся сюзереном Кахоки. Ну, просто у меня гавани и маяки, видите, будут еще плюс 2 золота, нормально. Просто видите, как мы открыли территорию. Можем попробовать этот лагерь скаутом забрать. Да, видимо, сверху все-таки никого нету. Это просто куча территории. Ладно, тут возвращаемся. А, убил. Отлично. Убили этого скаута, слава богу. Тогда просто под защитой идем вот сюда ставить город. Хочу тут вырубить. Нет, хочу починить алмазы сначала. Я не думаю, что китаец... Я не знаю, что это, как это он так город поставил. Вот это очень плохой город. Он так хотел до китов добраться, но город сам по себе не очень. По моему мнению. Фига он себе флотоводцев прям там... Что там с флотоводцем? Формирует флот из... Ну... Вряд ли он может мой город захватить. То есть он хочет сформировать флот и мои города захватывать. Значит, мне надо выйти в юнит, который силу мне повысит. У меня есть железо? Да, есть железо. Сейчас мы обработаем железо и пошли, значит, тогда в мечников. Дуболомам надо возвращаться, апаться и вести к моим... А, вот еще железо, кстати. Очень мне не нравится. Ну, как бы, в принципе, логично, как бы, со стороны Китая, когда у тебя Индонезия под боком, почему бы ее и не вынести? Так, пожалуй, отложим строительство гаваней. Начнем стены строить. Вот, Мапучи уже. Ну, Мапучи далеко, конечно. Тут вон Алиенора даже между... К Мапуче намного ближе. Можно, кстати, дружбу сейчас предложить Китаю. Посмотрим, как он отреагирует, чтобы точно убедиться. Китай, предложение. А это до конца игры? Нет. Только до джанок? Ну, я до конца игры никогда не заключаю, что это до конца это, игры. Это понятно. Ну, не знаю, пока не знаю. Слушай, Китай, ну, в общем, вы понимаете, он хочет этим флотом напасть. А, я не против изжечь. На всякий случай. Тогда откажись, или ты уже отказался? Да, я отказался.
А что он Газгаргаму делает? Сейчас, да, я помогу Газгаргаму жечь. Цена что покупки всех есть? Наземных боевых юнитов. Ну, наземных боевых я тоже не против, если ее сжечь, если ее сожгут. А с Шиньяном что происходит? Кто там атакует Шиньян? Тут 7 варваров, было 8. И ты не хочешь со мной дружбу? Прикольно. Ты мне по-дружески поможешь как-то с варварами? Ну, чтоб тебе не приходилось обо мне беспокоиться, а занялся бы варварами. Я согласен, это хорошее предложение. Блин, тут, конечно, плюс 3, но... блин. Ну, наверное, придется там все-таки ставить священное место, ну, потому что мне надо на плюс 3, чтобы были священные места. Только сначала, конечно, строителя. Шар предложение. Привет, Рив. Добрый день. Да, эти... холмы Кахоки, или как там, курганы Кахоки, это крутое улучшение, его надо делать. Надо с Мапучей Алейнорой тогда дружбу заключать. Ну, мне на побережье надо достать, поэтому надо сюда везти. Так. Мапучи предложение. Алейнора предложение. Немец, ты что такой агрессивный? И грузишься почему-то быстрее, чем я. Ну, насчет попроси его воевать. Кто поговорил про агрессию-то? Ну, ты молчишь, блин, войска строишь, чем мне думать? Ждать, пока ты заберешь меня? Я бы подождал. Спроси у Кри, сколько там варваров справа. Кри, сколько там варваров справа? Ну, сейчас совместными усилиями их 0. Но было много, тут 3 лагеря стояло. Остатки вот подошли ко мне. Так что... остатки. Не совсем их 0. Вообще, видите, тут кампус на плюс 3 можно поставить. Нет, так что, может, священное место все-таки сюда тогда организуем. О, привет. Квибитум. Ты откуда? О, китайский флот плывет. Газгаргаму наказывать. Но и кому она достанется? Мы ее решили снести. Да, мы ее сожжем. А-а-а. Да-да. Если не против, Шар, я ее сожгу. Хорошо. В принципе, я ее даже сам захвачу. Я пограбить хочу. Да, грабь, пожалуйста. Так, надо будет в лучников апнуться. Дашь пройти? Подождите, а тут плюс 3 науки от леса тоже? Гора. А, тропический. Значит, вот этот лес можно вырубить.
как бы у меня город там встает на чуде, если что. Шарп. Хорошо, хорошо, я туда не лез. Ты, я так понимаю, будешь правее. Ну, эти горы, короче, нас разделяют. Куда пойду смотреть? Я, может, еще на Нижнего озера Анси. Ну что, попробовать этот лагерь забрать скаутом? Ты в любом... Это в любом случае после гор. Мне все равно, что там после. Я был бы рад, если бы он мне войну объявил, я бы оборонительную тактику тогда ускорил хотя бы. Канаду убери, пожалуйста, скаута. Для лучника улучшаю, чтобы стены стреляли как лучник. Так, и давайте, наверное... Ну... Давайте просто военную подготовку пока. Нет, тут у нас, как вы понимаете, священное место уже стоит в очереди. Компонг всего один поставил в итоге пока. Ну, я не хочу тратить деньги на выкуп клеток здесь. А куда мне этот... А. Все правильно. А у нас, походу, погода плохая, да? В целом. Да, какая, кстати, стоит? Хребитом предложение. Какая стоит этот, ну... 22, 40, шторм, 22, 37% реки, 12 засуха, не знаю. Ну, все по стандартам. Штормы прям вообще больно прям бьют. Блин. Этот кораблик там какую-то хрень исследует, надо его вниз отвезти. Есть стены, мне осталось апнуть мечник, дуболома в мечника, и у меня будет сила городов, и сейчас они не берутся уже галерами. Блин. Ну надо отступить, к сожалению. Как-то неудачно стало. Блин, везде плюс 2. Ну, знаете что, давайте вот здесь тогда будем правительственную площадь ставить. Ну, соответственно, священное место надо сюда. Давайте еще тогда строителя. Вообще, я бы его даже... Блин. Криа, ты за меня играешь? Я вообще туда случайно влетел. В эту дырочку. Можно я как-нибудь... Я даже и куплю, и построю. Мне помогаешь. Нет, ты иди случайно. Тут, иди тут. Я опасность. Хочу как-нибудь убежать отсюда. Вы меня зажались? Да, да. Чё там, бутербродики пошли? Да, да вот, посмотри. Не могу. Да уже поздно. Я понимаю, зачем Китай не заключает дружбу, но при этом и не нападает? В чем идея тогда такого? Канаду, бери, пожалуйста. Нет.
Газ Гаргаму, нет. Мой любимый город-государство убили. Так, Наску. А что она хочет, кстати? Флотоводца, блин. А это тебе зачем уже? Может подождать тогда? Она и так станет. Блин, заберет же Маскат. Пойти просто нужно. Вдохновение для института оборонительная тактика. Это чтобы мне войну объявили, да? Хорошие желания у Маската. Военный лагерь. Надо было, наверное, Мокшу, чтобы культура быстрее шла. Надо, короче, Мокшу сейчас будет брать следующим губернатором. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто там быстрые ручки? Не знаю, кто. Ясно. Ясно, кто. К нам расскажи, кто, чтобы мы знали. Собрал ученого. Плохие люди. Это ученого в библиотеку забрался? Да. Ребята, где... Подлец забрал ученого на библиотеку. А где у индусы культура? Я... Что случилось? Почему так? Блин, так у него еще и 20%. То есть он там вовсю строит, видимо, эти юниты. Ты про Бенгалу? Да. Нет, я про ученого на библиотеке. Нет, я не тебе. Я человек, спросившего про индуса. Но это же ЦПЛ, они поменяли культуру у Мокши. Спасибо. Просто сейчас нет времени смотреть все. Так, надо мечников какой-нибудь из городов. Ну, если... Китай нападет, то Матарам он заберет стопудово. То есть это просто мой новый город. А вот эти города... У меня большие сомнения. Так, тут я отложу, потому что я хочу священное место построить. Так, Ашен, я тебя сразу предупреждаю, что мне твоя вера не нужна. Поэтому можешь идти обратно своим миссионерам. Он же, наверное, только разведать. Эх. Ну, вообще, это реально разведчики, я не собираюсь тебя брать. Понял. Так, сколько тут зарядов? Один? Ладно, давайте шахту. А что там у него за вера? Бонусы еще вам давать всякие, зачем это надо? А, непонятно, какой у него. Какая у него вера?
Это я не успел выбрать производство, это я отложил, чтобы сейчас я вырублю здесь овец и сразу поставить священное место. Анандо, убери, пожалуйста, разведчик. Может, колосс построить? Что мне важнее, колосс или кампус? Но мне нужны не на... мне нужна не наука, а культура на самом деле. Точнее, даже вера. Что с промышленной зоной? 4, вот тут 3, но я нигде не могу акведук построить. Ну, я бы колосс тут сделал на самом деле. А, еще торговец, и давайте торговца. Можно Наску уже... А, вообще флотоводец у нас тут. Блин, Китай делает проекты на флотоводцев. Просто задолбал. И куда он их девает? Сколько у Китая вообще городов? И здесь будем смотреть. Тебе случайно моя религия не нужна? 4 города. Сидит в 4 города. Читает проекты. Ладно, пора оборонительную тактику уже открывать. Я сейчас наемники просто бахаю. Ну блин, у него 366. Блин, может мне тоже все-таки поднастроить какую-то армию? Но мне надо не морские юниты строить. Не-не-не-не. Ну вот сейчас у меня будет войну объявлять. Так. Мне надо открыть тогда... катапульты и строить катапульты. Так, мне китаец собирается войну объявлять. Есть там соседи доброй воли, которые... могут мне помочь в битве с агрессором. Логичный вопрос. Могу помочь тебе только словом божьим. Тут немец душит. А ты про помощь говоришь. А может это Рим душит? Еще кто-то душит точно. Ну, мне кажется, он зря на тубан пошел, то есть пойду-ка я... Ну, просто либо я, либо ты на джунгах через 15 ходов. Ну, это лично твои измышления. Ну, это, конечно, да. Почему я должен нападать на тебя на джунгах, если у меня есть куча места, где города ставить? Да, а у меня всего лишь 4 города. Ну, то есть это ты хочешь на меня напасть, видишь, в итоге. Ну, немного превентивно. Жаль, конечно, он мне оборонительную тактику не ускорил. Так, ну, мне надо... Я даже не знаю. Инженерное дело. Надо куда-то на производство посылать. Тут, как говорится, ничего личного. Если 37 сделал силу.
Ну, он там насобирал флотоводцев, конечно. Давайте смотреть, как оно у него будет работать. А, у него тут зона контроля, видите? Ага, плюс 4 от олигархии. Мне надо тоже олигархию, значит, брать. Так, обороноспособности поселенцев мы больше не строим. А ты по какому интересуешься? Вообще про горы. Осадных юнитов и стен. Ну, тут 5 клеток гор есть. Ну и Виктора надо. Ну, 43 силы. Я не знаю. Мне кажется, это не берется все-таки. Что-то мне подсказывает. Алексей. Да-да, ты можешь атаковать, я буду после тебя ходить. Я ж в защищающейся позиции тут. Строю катапульты, потому что они имеют против... Ой, вот тут надо бы отойти, конечно. Они имеют против морских юнитов бонус. Две силы. Не хочу его пока прокачивать. Предложение. Требуха. Ой-ой-ой-ой-ой. Что такое? Предлагаете. А, китайец такой, вы хотите войну, я устрою вам войну. Немец, а мир возможно? Шар, тебе тоже предложение. Ребята, а кто-нибудь денежков мне может поделиться? Мне бы тут юнитиков купить. Я чисто посмотреть, как они тут будут. Так, давайте смотреть. Отступаем, отступаем. Так, тут, пожалуй, надо бы все-таки сначала стены построить. Попробуем сохранить этот город. Франция, ты в союзах? Мапучи, поделись денежкой. Мне... У меня немного. Как же рынок купить? Так, ну следующий ход на счет. Я бы хотел твою трирему уничтожить, чтобы она в страшных корчах там горела. И моряки такие, спасите нас, спасите. А мы, жители Тубана, смотрели бы на них такие, нет, сдохните. Китайские агрессоры. Коронавирус свой еще завезли. Ну, что не ходит?
Не, по морю. По морю боюсь отправлять. Я загрузился. Пожалуйста, посчитайте нам. Раз, два. Ну, стоп, я три не слышал. Стоп, подождите! Три было, было три. Охренеть, спасибо. Обожаю вот эту хрень. Ладно, было раз, два, и китаец такой убирает флот. Зашибись. Подождите, ну было три. Да, было. Я не знаю. Пять баллов. Было. Пожалуйста, в следующий раз кто-нибудь другой будет считать, окей? Немец, что насчет дружбы? Какой дружбы? Долгой. Народов. Крепкой. Мужской. На этом пока все. Спонсоры канала Продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!